Телефон. Всем привет, с вами Лилия Донскова. И в этом ролике я вам покажу, как упаковать вот такой вот подарок. Это чайник в коробке. И с чего мы с вами начнем? Ну, сначала нужно подготовить бумагу. То есть я решила использовать золотую фольгу. Очень красиво и эффектно смотрится на крупных и на маленьких подарках. И сейчас мы с вами будем делать. Итак, первый шаг, мы примеряем с вами бумагу, чтобы ее было достаточно по размеру чайника. Смотрите, вот по этой части, по верхней и по нижней, у вас должно быть загиб примерно до середины. Не слишком мало, не слишком много. Вот так. С этой стороны то же самое. Здесь у нас должен быть полностью оборот один. До конца. Итого нам нужно вот такое количество бумаги. Все, сейчас отрежу. Далее, теперь нам нужно вымерить и отрезать излишки нижней части. Здесь у нас хорошо вот сюда заходит. Чуть-чуть выше серединки. И здесь, соответственно, должно быть то же самое. Подняли, отмерили, лишнее отрезаем. Так, следующий наш шаг. Мы оборачиваем подарок сначала по периметру. Хорошо натягиваем бумагу со всех сторон, выравниваем. И вот с одной только стороны мы с вами закрепляем заранее приготовленными. Так. Так, ну, чтобы было наилучшее натяжение, все-таки закрепим кусочек. Теперь закрепили, потому что теперь мы его натянем как следует, расправим и закрепляем вот с этой стороны. Скотч прозрачный, поэтому его практически не будет видно. В двух-трех местах фиксируем. Так, следующее действие. То есть у нас такая вот получилась пока штука. Заворачиваем. Вот таким образом вовнутрь, то есть широкие стороны закладываем вовнутрь, соединяем. И вот здесь вот как конфетка закрываем эту часть и скотчем прикрепляем. Все, перевернули, верхнюю часть также складываем вовнутрь, фиксируем, укладываем боковые части. Все, закрепили, получился у нас вот такой вот красивый, упакованный со всех сторон, гладенько, ровненько, вот такой подарок. Теперь вы сами выбираете, куда вам лучше прикрепить бант, потому что вот эту часть желательно, чтобы она не была фасадом, да, ее отвернуть сбок, и бант, да, какой-то большой, объемный, мы можем вот так закрепить сверху. Просто скотчем, тут уже, да, не обязательно обматывать вокруг лентами, можете взять просто бантик, сделать своими руками и прикрепить его вот так вот сверху коробочки, закрыть не очень, да, красивые места.
Подарок упакован, можно идти в гости. Отличного вам настроения, с наступающим Новым годом. Желаю вам всего самого-самого классного и чудесного.